И весьма символично, что перед поездкой в ОАЭ Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска проектов подключения к сети электроснабжения современной парогазовой электростанции мощностью 1500 мегаватт в Сырдарьинской области и начало строительства пилотного производства зеленого водорода в Ташкентской области, реализуемых совместно с саудовской компанией «Аква Пауэр». Не это ли практическое подтверждение того, насколько актуальна на сегодняшний день цель продвижения зеленого мироустройства? Иначе это не назовешь. То, что новая электростанция обеспечит электричеством 3 миллиона домохозяйств, уже значимый результат в современном мире, в котором нынче мало кто задумывается о совместных проектах, особенно такого объема и структуры. По мнению же специалистов, зеленый водород может стать важным фактором глобального перехода к устойчивой энергетике и экономике с нулевым уровнем выбросов. Во всем мире существует беспрецедентный импульс для реализации многолетнего потенциала водорода как решения для экологически чистой энергии. Зеленый водород определяется как водород, полученный путем расщепления воды на водород и кислород с использованием возобновляемой электроэнергии. Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что сегодня в сотрудничестве с компанией «Аква Пауэр» реализуются проекты в стратегической сфере электроэнергетики на $7,5 миллиардов. Подобная модернизация отрасли позволит экономить 4,5 миллиардов кубометров газа и предотвратить выбросы в объеме 3 миллионов тонн. С складывающимися новыми тенденциями и реалиями ознакомился Пахлавон Садыков. Энергетика является стратегической отраслью развития Узбекистана и краеугольным камнем коренных изменений, происходящих в нашей стране. Благодаря вниманию президента, сегодня в сфере действительно происходят большие изменения. Вот вам конкретные факты. В 1991-2016 годах объем новых мощностей, созданных в нашей стране, составил 3300 мегаватт. А в последующих годах данная цифра уже составляет более 5000 мегаватт. То есть меры, реализованные за 5 лет в этом направлении, в полтора раза больше, чем работа, проделанная за 25 лет. Гиганты мирового энергетического рынка сейчас доверяют Узбекистану. Инвестиции, крупные проекты в отрасли, а за ними новые генерирующие мощности. Сегодня мы поговорим об одной из них, точнее о работе, проводимой саудовской компанией «Аква Пауэр». В первую очередь мы должны выразить благодарность главе государства. «Аква Пауэр» начала сотрудничество с Узбекистаном с 2019 года. Почему именно в этот период? Потому что мы видели, что в стране происходят большие реформы и преобразования. Инвесторы и мировое сообщество узнало об Узбекистане и открытой политике, которую проводит Шавкат Мирзиёев. Что касается энергетического сектора, ваш президент хочет внедрить в жизнь долгосрочные проекты, которые основываются на возобновляемой энергетике. Знаете почему? Природные ресурсы могут закончиться со временем, но ветер и солнце не закончится. В Узбекистане идеальные условия для развития альтернативной энергетики, поэтому ваш президент делает ставку именно на это. И «Аква Пауэр» также разделяет эти взгляды. По словам президента, за последние годы этой компании удалось стать локомотивом активного сотрудничества между двумя странами, а диалог на уровне президентов играет ключевую роль в этом процессе. Главная тема недели – подключение к сети электроснабжения современной парогазовой электростанции мощностью 1500 мегаватт в Сырдарьинской области и начало строительства пилотного производства зеленого водорода в Ташкентской области. Оба проекта реализуются совместно с саудовской «Аква Пауэр». 27 ноября глава нашего государства принимает делегацию Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций королевства Халидом Аль-Фалихом. С большим удовлетворением отметили, что взаимовыгодное сотрудничество в последние годы стремительно развивается. Есть достаточно примеров цифр, заслуживающих внимания. И при этом необходимо дальнейшее развитие этой работы. В ходе приема министр инвестиций королевства Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих был награжден орденом Дослик за большой вклад и всестороннюю поддержку развития многоплановых и взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и Саудовской Аравией. Теперь о самих проектах.
На полной мощности ТЭС способна вырабатывать 1500 мегаватт электроэнергии. Много это или мало? Годовое потребление Сардинской области равно 300 мегаватт. А у Бухарска этот показатель составляет уже 450 мегаватт. В Самарканде, где проживает 4 миллиона человек, потребление электроэнергии составляет примерно 800 мегаватт. То есть на полной мощности проект способен обеспечить электричеством все эти три области вместе взятые. И первые 500 мегаватт уже начали подавать в национальную электросеть. Это еще и означает, что электричество будет поступать 3 миллионам домохозяйств и сотням субъектам предпринимательства. Уникальность проекта в том, что это первый крупнейший проект в нашем регионе, который реализован на принципах государственно-частного партнерства без госгарантий под 100% прямые иностранные инвестиции. А следует отметить, что проект реализовывался в самых сложнейших условиях. Это пришелся на период пандемии, когда начали работу, было выявлено, что очень сложнейшая площадка, пришлось дополнительно забивать более 1000 свай. И для усиления фундамента, для обеспечения надежности эксплуатации станции. Ну и, естественно, сложные логистические маршруты, когда оборудование пришлось доставлять, и когда меняли логистические маршруты, приходилось использовать альтернативные маршруты. И даже в этих условиях рекордно кратчайшие сроки для такой станции, он был вовремя введен. Аквапауэр Саудовской Аравии, China Energy Китая, Mitsubishi Японии. Словом, компании-гиганты трудятся над реализацией проекта в Сырдарьинской области. Проект в Сырдарье является одним из знаковых в портфеле Aquapower, потому что объемы вырабатываемой энергии большие – 1500 мегаватт, а коэффициент полезного действия газотурбинной станции в городе Ширин составляет около 60%. Мы выбрали лучших партнеров при строительстве. Генеральным подрядчиком проекта выступает China Energy Engineering Corporation. Это один из самых современных и высокотехнологичных проектов в энергетическом секторе в мире. Если вы спросите главную идею, то мы скажем, что все это делается прежде всего для народа. При строительстве мы обратили тщательное внимание на подборку кадров именно из местных специалистов. Мы начали инвестировать в первую очередь в подготовку кадров, их обучение. В самый пик строительных работ более 60% рабочих были местные жители. А после сдачи в эксплуатацию объекта мы привлекли более 90% инженеров и технологов. И это также местные молодые люди. Для этого у Узбекистана есть большой потенциал. И мы, Aquapower, также намерены внести свой вклад в развитие и научный потенциал кадров. Одновременно с развитием промышленности и энергетики политика президента по привлечению инвесторов дает большой импульс и системе образования. Энергетический колледж в Ширине – главное учебное заведение, готовящее специалистов для новой ТЭС, и не только. Поэтому одним из важных аспектов является и то, что при строительстве станции было создано до 2000 новых рабочих мест, а после ее ввода в эксплуатацию 120 специалистов будут трудоустроены. Проект полезен не только для энергетической сферы, но и для молодежи. Глава государства уделяет особое внимание их трудоустройству. Мой сын также начал работать здесь. И зарплата у работников очень достойная. Заинтересовались и мои племянники. И теперь они учатся в Ташкенте на энергетика. Это делается для их благополучия и достойной жизни нашего народа. Реализация столь крупного проекта в Баяутском районе повысила уверенность молодежи в завтрашнем дне. Раньше было много незанятых молодых людей. Сейчас же в строительство объекта привлечено около 400 человек из моей махалли. К тому же у нас есть более 50 предпринимателей. В их деятельности все упирается в бесперебойное обеспечение электричества. Президент думает о народе и о молодых людях, поэтому и реализуются столь крупные проекты. Мы, конечно, благодарны за это. Такие производственные мощности помогают развитию кадрового потенциала нашего района. Теперь о перспективах проекта. К концу года мощность станции будет постепенно увеличена до 1000 мегаватт. В первом квартале 2024 года, после выхода на полную мощность, этот показатель будет составлять уже 1500 мегаватт.
Я поражен проводимой президентом работой. Люди часто спрашивают, кто такой инвестор. Я образно говорю, что они как фруктовое дерево. Глава государства, куда бы ни поехал, привлекает в нашу страну иностранный капитал. Ведь они строят эти объекты. Это останется для наших детей. Возведение столь крупной ТЭС – это большое достижение. Все делается, чтобы повысить качество жизни граждан. Второй не менее важный проект – пилотный запуск производства зеленого водорода в Ташкентской области. Можно без колебаний сказать, что это будет уникальное предприятие. Обратите внимание на цифры. В рамках этого пилотного проекта в нашей стране на первом этапе будет производиться 3000 тонн водорода. Из него получают аммиак. И на основе аммиака уже азотное минеральное удобрение, которое по сравнению с действующими производствами имеет из-за того, чтобы иметь зеленый сертификат, на 15-20% более высокую стоимость. Это дополнительный экспорт, добавленная стоимость, новые рынки сбыта, в первую очередь, Европа. Водород в изобилии, и его запасы практически безграничны. Водородную энергию можно использовать в газовой или же жидкой форме, преобразовывать в электричество или топливо. Но его извлечение – это сложный, высокотехнологичный процесс. И Узбекистан наметил четкие планы на перспективу – увеличить мощности по производству зеленого водорода. Готовая продукция, которая будет получена от зеленого водорода, будет, значит, продана европейским компаниям всему миру как знак зеленого аммиака и зеленого продукта с добавленной стоимостью, которая будет, значит, иметь преимущество по отношению к тому, что было получено по стандартным методам получения аммиака и производства. Производство зеленого водорода на сегодняшний день у нас суточное производство его получается 9 тонн. Также в рамках проекта будет построена ветряная электростанция мощностью 52 мегаватт. Это решает не только загрязнение окружающей среды, экономику нашей республики, но и решает в какой-то мере проблему студентов, занятости студентов нашего вуза. Плюс эти студенты, получая качественные знания в этой области, могут завтра работать именно в этом производстве, и, соответственно, мы в какой-то степени решим проблему трудозанятости, которая тоже является глобальной в нашем городе. Ученик знает этот процесс получения зеленого водорода из воды путем электролиза, и он знает, что это является экономически выгодным, безотходным производством. Поэтому наша цель – дать качественные знания студентам в этой области, чтобы они завтра могли работать в этом производстве и вести свою качественную работу. По словам экспертов, такой уникальный проект сейчас реализуется в двух странах мира. Один в Саудовской Аравии, другой в Узбекистане. Главная функция проекта – это извлечение водорода, не нанося вред экологии, и для этого используется зеленая энергия. То, что при производстве водорода не выделяются дополнительные газы и вредные элементы, показывает, что это по-настоящему важная технология для нашей страны. На фоне уменьшения запасов нефти и газа и отсутствия вреда для природы, проект становится уникальным. Подытожим, запуск этих проектов будет способствовать созданию к 2030 году 25 гигаватт мощностей возобновляемой энергии, что позволит сэкономить 4,5 миллиарда кубометров газа и сократить объемы вредных выбросов в атмосферу до 3 миллионов тонн. Подобное сотрудничество является практическим результатом активной и прагматичной внешней политики президента Шавката Мирзиёева. А дружба между нашими странами продолжит укрепляться, потому что основы, которые закладываются сегодня, глубокие, а связи, которые создаются здесь и сейчас, крепче, чем когда-либо.